поступила команда на нашу дивизию. Дали команду, получили оружие. Так и сказали прям сразу, что едем в Москву. Выстроилась колонна на золотом километре. Где-то в течение 4 часов все там восстанавливалось. Дали команду где-то в 12 часу ночи. Наша колонна двинулась в сторону Москвы. В сторону Москвы двинулись. Когда подъезжали к Москве, нас встретила толпа людей, которая что-то держала в руках, какие-то документы, корочки, вроде того, что хотели остановить, не пускать в Москву. Когда въехали в Москву, обстановка была такая нормальная в основном. Подъехали к Министерству обороны, как нам сказали, это основная была наша задача. Сохранить там спокойствие в Министерстве обороны, чтобы туда никто не проник. Расставили посты, окружили все это техникой, территорию. И так мы простояли там до утра, где-то до 7 часов утра. Пол 8 утра выдвинулись к Белому дому. Подъехали к Белому дому. Ну там, как по всему видимому, началась сразу стрельба. Наши бронетранспортеры пошли к Белому дому. Возле Белого дома бегали люди там с автоматами, со всем таким прочим. Перестрелка началась. Наша дивизия в основном не стреляла, только сохраняла спокойствие там, все такое. А по вас стреляли? По нам стреляли, да. Я стоял неподалеку, там ребята стояли тоже. Сидели на БТРе, майор сидел. Ну, потом, как мои ребята сказали, там, знакомые, там, сослуживцы, сказали, что его ранило. Это примерно от Белого дома, 100 с лишним метров было. Ну, в основном, как, люди в основном были настроены за армию. Мало кто говорил то, что там вы убийцы или кто, но в основном подходили такие люди и говорили, что вы убийцы, вы стреляете в своих людей. Мы ни в кого не стреляли. Когда сюда приехали, даже сюда ехали, в машине с ребятами говорили, и многие ребята говорили, что по мирному населению стрелять никто не будет, так как люди беззащитные и все такое прочее.